Уважаемые ветераны Афганистана, дорогие земляки, 15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода советских войск из Республики Афганистан. Через афганскую войну прошли почти 6 тысяч оренбуржцев, 182 погибли в горах Афгана. Троим нашим землякам присвоены высокие звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации. В этот особенный день я говорю каждому воину-афганцу спасибо. Спасибо за то, что честно выполнили свой долг, за мужество и героизм, с которыми вы прошли все испытания. Спасибо тем, кто верил в вас и ждал дома. Ваш воинский и, главное, человеческий подвиг неоспорим. Вы настоящие граждане своей страны. Ваша жизнь после Афганистана – это пример для новых поколений россиян. Благодарю вас за честь и достоинство, за верность долгу и твердую веру в свои идеалы. Вечная память героям, которых сегодня нет среди нас. Низкий поклон всем воинам, которые вернулись. Душевных сил матерям, детям и вдовам, которые не дождались наших парней. Счастья, мира и добра вам и всем оренбуржцам.